Студенты-химики Самарского государственного технического университета посетили Тольятти Азот со знакомительной экскурсией. Мероприятие состоялось в рамках программы профориентации. В Музей трудовой славы ребят увлекли рассказом об истории предприятия, его развитии и других интересных фактах. Далее экскурсионная группа переместилась в актовый зал. Там студентам показали информационные видеоролики о нашем заводе и совете молодежи. Заинтересовать молодых людей работой на предприятии можно не только высокими зарплатами и перспективой карьерного роста. Представитель совета молодежи Юрий Николаев рассказал о том, как на нашем предприятии благодаря активному молодежному движению можно проявить все свои таланты, будь то организаторские, творческие или спортивные. Одним из важных этапов экскурсии стала презентация программы профориентации, которую провела специалист по подбору персонала Галина Заечка. Она рассказала об условиях, перспективах и преимуществах вступления в эту программу. Экскурсия по промплощадке для студентов началась с посещения 6-го агрегата. Они побывали на современном ЦПУ, где узнали о тонкостях профессии операторов агрегата «Аммиака». Вместе с начальником цеха Андреем Кургиным прошлись по периметру производства. Ребятам удалось побывать на печи реформинга и вживую понаблюдать происходящие там процессы. Полные впечатления самарские студенты поделились своими эмоциями. Мне понравилось именно качество и уровень работы с нами, по крайней мере. Тут, по крайней мере, на тех заводах мы не могли выходить самостоятельно, проходить где-либо. Нам тут предоставили возможность походить по центрам, посмотреть по цехам, что как работает, каково качество приборов и аппаратов. Дает возможность студентам самим посмотреть, в какой-то степени даже пощупать и почувствовать, да, что это именно их или не их. По-любому каждый будет стремиться к более комфортным условиям работы. И это очень сильно сказывается на выборе человека. Программа профориентации Тольятти Азота серьезно заинтересовала самарских студентов.